13 апреля на льду детского хоккейного центра «Авангард» прошел финал турнира по хоккею с шайбой среди дворовых команд. В областной центр приехали сильнейшие дружины муниципальных районов Омской области. За попадание на омский блиц-турнир в течение года боролось 8 команд. Мечта этих мальчишек – главный трофей турнира – Кубок Гагарина. Огромное спасибо Федерации клуба «Авангард», который поддержит, и региональному отделению «Единой России» за то, что такие турниры проводят. У нас много турниров. Денис Куляш проводит в Волоградском районе, также турнир среди сельских поселений Волоградского района. Мы проводим турнир «Золотая шайба», проводим детские турниры. Сейчас большой турнир «Газпрома» будет проходить у нас на территории Омской области. Четыре сильнейшие команды встретились в финале. Завершающая встреча состоялась между хоккеистами «Колос» Любинский район и «Элита» Марьяновский. В третьем периоде любинцам удалось четырежды поразить ворота соперника и довести счет игры до победного 6-2. Много трудились, старались. Больше нечего добавить, больше пахали одним словом. Серебряными призерами турнира стала команда Москаленского района. Бронза досталась Марьяновскому. На награждении присутствовали игроки омского «Авангарда». Один из них, нападающий Кирилл Рассказов, подчеркнул нужность проведения подобных турниров, с которого когда-то начинал и сам. Бесспорно полезные турниры, потому что популяризируется хоккей, который в Омской области, наверное, самый развитый вид спорта. И для детей очень приятно играть в таком дворце. Прилагать все усилия ребятам необходимо, ведь уже с этого года в Омске начнется строительство хоккейной академии, и у каждого сельского хоккеиста появится возможность сменить дворовую хоккейную коробку на профессиональный лед.